Привет, друзья, вы на канале Пчела Начинающим, с вами Анатолий Борисович. Смотрите, какая авария у меня тут произошла. Не было меня. Колышки. Колышек подгнил и улей упал. И вон пчелы, я смотрю, сидят. Сидят, жужжат. Сейчас буду устранять эту аварию. Поднял я этот улик. Ой-ой-ой. Видите? Пчелки живые, я не знаю, сколько тут я. На пасеке, наверное, уже неделю не был. Давно упало или нет, не знаю. Ну, по-моему, недавно, потому что снег шел в эту неделю, вот он, сейчас тут снег лежит. Ну, уже тает, сегодня температура плюс 5. Сейчас поставлю, здесь вот тоже рамочки вывалились, немножко пчелы есть. Сейчас все на место. Посмотрим, заодно посмотрим корма. Ну вот, сейчас, раз они уже потревожились, вывалился этот улей со своего места. Так, сейчас проверю корма. Что хочу сказать, сегодня вот у нас тепло и завтра, а послезавтра в субботу. Начинаются морозы, и до самого начала марта будут морозы ниже 10 градусов. Так это или нет, но надо посмотреть, потому что уже все, зимовка подходит к концу, и пчелы уже тут корма позабирали. Так, как надо вычистить вот это вот все здесь. Рамки сунулись, середины они были здесь. В серединке. Так, приходится ставить на место. Меда нет. Так вот, две рамочки было. Вот они, пчелы. Так, на место надо ставить. Конечно, пчелы перевернутся вверх ногами. Так, не видно. Нет, расплод есть. Расплод есть, а рамка пустая. Так, Антоха, ты пришел, чтобы тебя пчелы сейчас погоняли тут? Или ты их пришел гонять? Ух, Антоха, а? Рамки позаклинивали.
Ой, боже мой. Так. Вот так вот. Растопил немножко этот дымарь. Все отсырело, ничего не горит. Так. Не знаю. Целая ли матка здесь, неизвестно. Да, тут расплода, друзья. Вон. Уже видите, я думаю, видно. Неизвестно, матка целая или нет. Рамки пустые. Расплода полно. Так, с этой стороны уже нету. Тут вроде бы тоже нету. Ладно. Все это ставим на место. Так, вот здесь мед. Здесь мед. Хорошо, на этих трех рамках меда нету. И вот тут расплод. Так вот, друзья, надо сейчас вот так пересмотреть все, потому что, ну, не так, конечно, это я смотрю, потому что он и так развалился весь. Улей тут. Пчелы бедолажные. Так, здесь мед есть, все. Здесь мед есть. Так, вот эту вот медовую рамку сейчас я, наверное, вот так сделаю, потому что там пусто, пусто. Вот тут расплод на этой рамке. И тут есть на выходе уже расплод. Другого выхода нет, надо ставить сюда рамку медовую, иначе они без меда пропадут. Так, и вот тут пчелы. Все, оставляем так. Сюда сейчас заставную. Конечно, какая-то часть пчел пропала, но семья все равно большая. Все. Сейчас я сюда, наверное, положу еще и... Или ладно, вот эта рамочка их спасет, я думаю. И тут мед, и тут мед. И тут на этих. И еще для надежности положу я сюда вот этот вот медовый блин в пакетике. Сейчас пчелок уберу. Вот так вот, чтобы он уже наверняка все тут хватило до весны. Вот так вот положу. И все будет нормально. Укрою новым ковриком. Вот так вот.
сухим ковриком, тут мокрый полностью. Вот так. И все. Ну такая вот авария, друзья. Ой, господи, улик надо отрегулировать. Все.